стынет по тишине, по синеве звонят колокола хатыни, и этот звон молитва мне перед симфонией печали. Молчу и плачу в этот миг, как дети в пламени кричали, и до сих пор не смолк их крик. Над белой тишиной хатыни колокола, как голоса тех, что легли в огне и дыме за небеса, за небеса. Я Анна, Анна, Анна издалека. О, где ты, мама, мама издалека? Старик с ребенком через страх идет навстречу, босой на бронзовых ногах увековечен. Один с ребенком на руках, но жив старик. Среди невзгод, как затерявшийся прохожий, который год из дня того уйти не может. Гнали в сарай, обложили соломой и подожгли. 149 человек, из них 76 детей легло в этой жуткой могиле. Он слышит по голосам из автомата, по детским крикам и слезам из автомата, по тишине и по огню из автомата. Он слышит по голосам, по детским крикам и слезам, по тишине и по огню, по тишине и по огню из автомата. Старик все плачет не потому, что старый, а потому, что никого не осталось. Село оплакивать родное идет в сожженное село. По вьюгам, ливням и по зною несет он память тяжело. Ему сюда всю жизнь ходить и до последних дней хранить. 149 душ в душе своей теперь хатынь вся из гранита, печально трубы подняла. Скрипят деревья, как калитка, когда здесь жизнь еще была. Звонят колокола.